Мои слова вы слышите хорошо. Подчиняетесь моим словам. Водка вам безразлична. Нет потребности выпивать. Остатки алкоголя ушли из вашего организма. Вы убеждены в своей трезвости и сделали это по собственному желанию. Трезвость – это ваше нормальное состояние. Вы спокойно отгоняете мысль о выпивке. Вам приятно пить соки, компоты, минеральные воды. При неприятных ситуациях в семье или на работе вы сохраняете спокойствие. Вы убежденный трезвенник. У вас появилось непреодолимое желание хорошо работать на производстве, работать в саду, на огороде, ловить рыбу, читать, заниматься физической культурой и любимыми делами. В компаниях во время застолья вы спокойно смотрите на бутылки с горячительными напитками. Вы помолодели, окрепли, наладились отношения в семье, с родителями, с товарищами по работе. Вы стали уважаемым человеком. У вас золотые руки и светлая трезвая голова. К алкоголю вы испытываете безразличие и отвращение. Вы добровольно приняли решение лечиться. Вы достигнете поставленной цели. Мои слова вы хорошо слышите. Подчиняетесь моим словам. Это необходимо для вашего выздоровления.